Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый день! Сегодня мы поговорим о проблемах нашего города. В Щелке, как и везде, немало проблем. Но мы поговорим о пешеходном переходе возле школы 13. А точнее, о его отсутствии. 2 года назад наши предшественники уже обращались к администрации города Хилок и начальнику полиции, но получили письменный отказ, что в этом месте не положено знаков и пешеходных переходов. Но мы решили снова привлечь внимание к этой немаловажной проблеме. Несколько лет назад на этом пешеходном переходе в ДТП попала наша сотрудница школы и получила серьезные травмы. Цена вопроса – здоровье и жизни людей. У нас есть перекресток. Вот здесь стоит наша школа. И чтобы дети ходили, а они ходят сюда, сюда, сюда и туда. Ну и еще сюда. И нам нужны пешеходные переходы. Вот здесь есть пешеходный переход, есть лежачие полицейские. Но как же быть здесь? Туда тоже дети ходят. И туда. Им надо переходить все время через дорогу. Поэтому нам нужны пешеходные переходы здесь, и здесь и здесь. Утром, когда родители приезжают, чтобы отвозить своих детей в школу, они паркуются здесь, здесь и здесь. Когда родители уже начинают уезжать отсюда, и дети идут, то у нас случается вот в этом месте пробка с детьми и их родителями. Поэтому нам необходимо еще сделать пешеходный переход вот здесь. Это нужно сделать обязательно. Обязательно. Магазины, школа, почта, аптека, дети, бабушки старенькие ходят. Здесь обязательно должен быть переход. Нужен ли здесь пешеходный переход? Обязательно здесь нужен, потому что их едешь. Народу много и не всегда притормаживают. А уже будет знак стоять. Конкретно встанешь, пропустишь народ и пойдешь. Ну что, того недостаточно. Много народу к магазину идет. И много в школу, того недостаточно, только для ребятишек они круг же большой не будут давать, а всегда побегут напрямую. И поэтому всегда надо, нужен.